На берегу моря жили два брата. У одного была лодка, у другого жена. Ну, один день умерла жена, у другого утонула лодка. Ну, местная у батюшки жена пришла и пошла посочувствовать. Ну, пришла к лодочнику, перепутала. Говорит, здравствуйте, вот пришла передать свои соболезнования. Ну, спасибо, конечно. Какая ведь утрата, какая утрата? Ну, не сказать утрату, но утрата все равно. А скажите, как произошло? Ну, она была что, старая, гнилая. От нее пахло рыбой. Она глаза такие большие. Да еще и неустойчивая была. Нагружаешь перед, поднимается зад. Нагружаешь зад, поднимается перед. Ой, а еще больше глаза. А как это произошло-то? Да, вон, дал этим трем друзьям попользоваться придуркам. Говорил же, пользуйтесь по одному и не часто. Ай, не придурки, все втроем в нее залезли. И что? Так лопнула от переда до зада.